Ксения Бородина продолжает удивлять публику после окончания бракоразводного процесса с Курбаном Омаровым. Телеведущие практически ежедневно принимают участие в эффектных, порой довольно откровенных съемках. Совсем недавно Бородина опубликовала в личном микроблоге очередные эффектные кадры. В частности, речь идет о видео, на котором она идет по улице в нюдовом обтягивающем платье, подчеркивающем сексуальность ее фигуры и груди в частности. На этом видео Ксению Бородину назвали девушкой, которая может привести к банкротству. Однако блогер Лена Миро не поверила на слово. В своем живом журнале она с насмешкой отреагировала на комплименты друзей Ксении Бородиной. По ее словам, вряд ли она сможет кого-то обанкротить, разве что саму себя. Как объясняет Лена, у Бородиной уже появился очередной молодой человек, которого Ксении однозначно придется содержать, как это уже было все предыдущие разы. А учитывая, что сейчас заработки Бородиной сильно пошатнулись, ее банкротство кажется более чем вероятным.